Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Влад, и мы продолжаем наши уже будни ньюсника, да? И сейчас я тут такой стою, редактирую объявки. Кстати, у нас объявок сейчас нету, да, пусто. И мне такой пишет Терри Нотарий, такой: «Привет, Влад, продаешь домик?» Ну и, конечно, мы договорились сейчас за 50 миллионов вирт продать. Сейчас он зайдет по свою основу, и я ему продам как раз домик. И я ему пообещал, там ключики у меня были, да, все ключики ему придется отдать же, и рыбку. И сейчас будем продавать домик. Сейчас быстренько, магическим способом туда доберемся. Просто закройте глаза, я уже там. Да, вот и я. Так, сейчас посмотрим, сколько у меня ключиков. Надо же себе что-то взять, да? Ну вот, я ему оставил 21 ключик, и сейчас оставлю ему чуть-чуть рыбки, да? Так, у меня 13 из 25, так. Где это? А, сейф надо зайти, взять. Где эта рыбка? Ага. 7. И 5. Все, вот ему остается 21 ключик, 112 рыбы и фуловый кейс, считай. Ну, материалы, наркотики, как я был ПДшником, мне они нафиг не нужны. И я ему, значит, это все оставляю. Сейчас переоденусь в скин вот этот. Хилки 314. Владца ВЛВ заберешь. Терри. Я думаю, это он. Какие мне машинки оставить? Это у меня по-любому будет какой-то домик. Я, наверное, C-класс куплю или вообще N-класс. Так чё? Я, наверное, ставлю NRG. Это оно будет первым. Все. Значит, я оставлю булку себе и вот так поеду. Хотя, нет. Я лучше оставлю себе NRG. Для угона же будет удобней. Да, еду. Сейчас я его как раз заберу, и мы продадим этот домик. Я уже связан с ним довольно-таки долго. Сколько? Я его год назад покупал у какого-то там администратора. Я забыл его ник. Увы, забыл. Я еще помню, он в скине грубо постоянно ходил. Если кто вспомнит, то напишите в комментариях. И сейчас мы его заберем. Да, я уже где-то больше года даже с ним сижу, с этим домиком. Даже интерьер уже менял. Итак, внимание, Виталий Гром и Саша Микрок. Это что? А, это передача у нас приветиков, я понял. Ладно, сейчас забираем и продолжаем. Просто без слов. Зачем ехать на инфе по встречке? Еще и меня сбил. Ай-яй-яй. Не, он какую скорость развил. Большую. А где же мне потом домик купить? Я, наверное, в гетто где-то куплю. Мне будет ближе всего к угону. Ближе всего к новостям. Так что, наверное, буду преимущественно брать в гетто. Там как раз есть какой-то C-класс. Около АЗС. Возможно, там возьму. Так, Мэтью Перри. Это не она. Скин Якудзы какого-то. И вот я ему сейчас буду продавать. У него 50 миллионов есть. Вообще, бешеный парень. И, кстати, ребята, вот я сейчас продам домик, у меня будет плюс 50 миллионов, да? И я, наверное, эти деньги не буду раздавать, потому что я хочу себе все-таки бизнес хоть раз в жизни купить. Я за всю историю еще игры, у меня ни разу не было этого бизнеса. Так что, думаю, бизнес купить. Какой-то хочу именно хороший бизнес. Чтобы он мне приносил какую-то хоть прибыль. Так что, не надо меня сразу просить, дай денег, дай денег. Уж извините, буду отказывать и давать немного.
Ну, как всегда, по 5000 даю я. Так что. Так, Мэтью спрашивает, боты будут? А, да, я же ему пообещал ботиков там Дима поставит. Я надеюсь, он же их поставит, там, девчонок танцующих ему на дом. Ну, еще, конечно, мой домик, но будет ему уже на домик. Красивые девчонки. Так, напишу, да, а то он же ж меня не слышит. Да и плюс домик у меня такой прикольный был. Расположение шикарное. Эх, как-то даже не хочется с ним расставаться, но все же договорился уже. Я изначально вообще хотел за 60 когда-то продать. Потом 52 ему предложил, и мы договорились на 50. А в джизи обмыть. Так, чё он там стал? Это быч, мой друг. Так, это ж я должен ему предлагать. Чан Г. Хаус. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, сейчас надо проверить, чтобы я не продал за 500 тысяч. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Стоп, что я не так вел? А, Чан Г. Хоть за фрапси. 50. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте вот так лучше введу. Мне так спокойнее будет. А, ID. 2, 7, 5. Эх, сколько ноликов. Ха-ха, шампанское. НРГ? Не, НРГ я не продаю. Ну чё, давай покупай. Нервы шалят уже. Эх, минус 500. Ой, какие 500, 50 миллионов. НРГ. Чё у него тут по тачкам? Одна тачка. Войти в дом. Всё. Это уже не мой домик. Спасибо тебе. Продал за 50 миллионов домик. Будешь должен. Ага, конечно. Уберешь из CS News. Довезите к ЛСН. Ладно, ребята, все-таки будем уже заканчивать на этом видео. Вот продал я свой домик, с которым связан уже годик. Вот он мой красивый. Эх. Кто также чувствует мою утрату, ставьте лайки. Комментируйте. И всем пока. Спасибо за просмотр, ребята. Всем привет, ребята, и перед началом видео, уже как по старой традиции, я буду передавать вам благодарности за поддержку моего канала. Почему долго видео не выходили? А потому что у меня сейчас сессия, и мне надо сдавать ее. Итак, переходим к благодарочкам. Алексей Брагас передал мне 20 тысяч вирт, прям на МПшке меня увидел и решил мне передать денежки. Спасибо тебе, Алексейка, и привет тебе. Так, дальше. Норман Осборн передал мне 3000 вирт и попросил передать привет Саше Микроку. Саша, тебе привет от Нормана Осборна. Так, дальше. А, и привет Жене Брауну он попросил передать. И дальше у нас идет Максим Ленинов. Он мне передал 50 тысяч вирт. И, кстати, он мне потом еще передал 30 тысяч вирт. Вот, 30 тысяч вирт. И подарил мне машинку Саванну, за что тебе огромное спасибо. Прям от души. Душевно в душу.
Так, дальше у нас идет Миджел Рейтман. Он передал привет Александру Ткачеву и дал мне 30 тысяч. Так что спасибо тебе. И Александр Ткачев, тебе привет от Миджеля. Дальше у нас идет Мэтью Кастел. Он подошел, я как раз прием проводил, он подошел мне и дал 100 тысяч вирт. Огромное тебе спасибо и приветик. Так, дальше у нас идет Мирослав Лис. Он мне дал 2000 вирт, и он попросил передать привет ЛСПД. Ну что, ЛСПД, всем привет. И у нас идет дальше Джексон Грувер. Уже как по старой традиции, он тоже довольно-таки часто мне скидывает на поддержку канала. И огромное тебе спасибо, Джексон. Алан Вайт тут еще мне передал 10 тысяч вирт, огромное тебе спасибо. И перед этим он мне еще кидал 8 тысяч вирт. В общей сумме 18 тысяч вирт. Алан Вайт, спасибо тебе и огромный душевный привет пламенный. Так, идет дальше у нас Ян Миллоу. Он попросил поздравить всех с наступающим. И также меня поздравил, да. И передал мне 50 тысяч вирт. Всем огромное спасибо, поздравляю с наступающим Новым годом, хотя он еще через месяц только будет. И идем дальше. Алексей Шапко передал мне 20 тысяч вирт, по 1 тысяче вирт мне зафлудил. А еще он недавно мне на стриме как раз дал очень-очень много денег. Так что тебе особенно пламенный привет и особенная благодарочка. Так, ехал-ехал я как-то в патрульке ЛВПД, и мне передали 35 тысяч вирт. И Далас Грайс попросил передать привет Евгению Сайнцу. И, конечно же, тебе привет, Далас. И, как всегда, у нас еще Свинка Голд. Уже он тупо в каждом видео у нас бывает. Это очень круто. 25 тысяч вирт мне передал. Огромное тебе спасибо. И вот, буквально сегодня мне подошел Дима Блэк Сноу и подошел и дал мне 200 тысяч вирт. Огромное тебе спасибо, Димка. Это довольно-таки даже много. И я очень тебе благодарен. Дима, привет!